Многообразие сыров, молочной и кисломолочной продукции. Площадка Барнаульского молочного комбината пользовалась небывалым спросом на агрофоруме «День сибирского поля». Гости становились в очередь, чтобы продегустировать полезную и вкусную продукцию алтайского бренда. У нас на дегустации представлены творожки торговой марки «Лакт», йогурты торговой марки «Лакт» и сыры. А дети, конечно, пробуют творожки, им очень хочется попробовать сладенького. Взрослые больше любят сыры, предпочитают пробовать. Ну и, соответственно, прежде чем приобрести, желательно попробовать. В этом году Барнаульский молочный комбинат отметил свой юбилей – 45-летие. Предприятие – лидер в производстве молочных продуктов в Алтайском крае. Сыры, творожки, йогурты представлены в торговых сетях всей Сибири, и их не понаслышке знают жители всей страны – от Калининграда до Владивостока. У нас широкий спектр продукции, как детской продукции, так и взрослой. Сыры, масло, творога. В этом году у нас есть замечательная новинка. Это слассированные сыры торговой марки «Рамбер». Несколько вкусов. Это сыр выдержанный, козий и с пожитником. В мае этого года молочный комбинат вступил в таможенный союз, благодаря чему у предприятия появилась возможность поставлять свою продукцию в страны таможенного союза и Монголию. Площадку Барнаульского молочного комбината на празднике «День сибирского поля» посетили высокие гости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона пообщался с генеральным директором комбината и сказал напутственные слова. Предприятие в долгу не останется, продолжит держать высокую планку и совершенствовать продукцию.